говорите, следующий юбилей. А сегодня репетиция. Так. Следующий, кто хочет выступить? Хамада, кому дать микрофон? Кто хочет? Да? Агати. Арпина хотела говорить. Вы поэт армянского народа, мы очень, я очень счастлив, что мне удалось очень на короткий срок познакомиться с вашим творчеством, и для меня большая честь, что вас знаю, и я очень хотел бы, чтобы вы долгое время еще продолжали нас обогащать нашу армянскую общину вашей мудростью. Спасибо.